Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова, и в этом видео мы будем делать цветочную композицию для декора пасхального стола. Итак, приступим! Покрываем пенопластовые яйца фиолетовой акриловой краской, и после того, как она высохнет, сбрызгиваем черной акриловой. Чтобы сделать вербу, разрезаем ватные палочки и приклеиваем к проволоке. Обматываем будущий стебель тейп-лентой или гофробумагой. Для одной веточки нам потребуется 11 таких бутонов. Соединяем их между собой той же тейп-лентой. Для этой композиции нам потребуется 5-7 таких веточек. Для того, чтобы сделать цветы, нам потребуется нарисовать 3 квадрата с размерами, указанными в видео, и вырезать из каждого каплю. У нас получается 3 лекала с размером 3 см, 3,5 см и 4 см. Обратите внимание, что лепестки вырезаем только по косой линии. В этом видео используется подкладочная ткань, состоящая на 100% из полиэстера. Ткань складываем гармошкой, прикладываем лекало и вырезаем лепестки. Нам потребуется 3 маленьких лепестка, 5 средних и 12 больших. И да, вот такой свечой я пользуюсь за кадром, она гораздо удобнее маленьких. При оплавлении лепестка сначала обжигаем низ. Затем подгибаем верхнюю часть двумя пальчиками, направляя ее вверх, и потом оплавляем. Лепестки получаются очень нежные и реалистичные. На конце проволоки с помощью круглогубцев делаем петельку, а из фольги формируем бутон. В основании бутона шилом делаем отверстие и вклеиваем проволоку. Ткань складываем вдвое и закрепляем только у основания бутона, чтобы цветок выглядел аккуратно. Отгибаем проволоку и лишнюю ткань отрезаем. Основание бутона нужно также обработать над огнем. Бутон готов, приступим к сборке цветка. Первый ряд состоит из 3 лепестков размером 3 см. Лепестки склеиваем внахлёст, закрепляя небольшим количеством клея. Наносим клей на основание заготовки и обклеиваем ею бутон. Второй ряд состоит из 5 лепестков размером 3,5 см. Лепестки соединяем между собой точно так же, нанося клей на край у основания лепестка. Заготовка готова, обклеиваем ею цветок. Третий ряд состоит из 5 лепестков размером 4 см. Этот ряд собирается точно так же, как предыдущий. Четвертый ряд состоит из 7 лепестков размером 4 см. Собирается аналогично предыдущему ряду. Чашелистик для цветка будем делать из квадрата атласной ленты размером 5 на 5 см. Складываем квадрат способом, предложенным в видео, и вырезаем половину листа. Обрабатываем края заготовки над огнем. Одеваем чашелистик на стебель и приклеиваем к цветку. Для этого букета потребуется 7 таких цветков.
Чтобы сделать бутон, склеивая между собой три маленьких лепестка, а затем обкручиваем ими проволоку. Наносим клей в центр чашелистика и асимметрично склеиваем. Обклеиваем бутон этой заготовкой. Тейпируем стебли цветов и бутонов, а затем с помощью тейп-ленты соединяем их между собой. Цветы можно делать как с двумя бутонами, так и с одним. В качестве вазы будем использовать обычную банку. Наносим на ее края клей и обсыпаем глиттером. На дно кладем сизаль, затем пасхальные яйца и сверху украшаем вербой и цветами. Вот такая цветочная композиция для декора пасхального стола у меня получилась, и я очень надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, не забывайте ставить лайки, комментировать видео, а также делиться им со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.